Всем привет, уважаемые любители русской рыбалки 4. С вами меня Зона ТВ. Сегодня мы находимся на Нарвежском море, на 30-й баночке. Ну вот, здесь у нас клюет кобылоглаз, пискаля и сайда. Это те рыбы, которые хорошо клюют именно на ту сборку, на которую я ловлю. Вот, в прилове также турбо залетает, катамаран, ну и вся эта шушера-мушера мелкая. Итак, значит, находится это в квадрате D6, то есть появляемся на базе и волосы назад вот сюда вот на 30-метровую баночку. Приплываем сюда, закидываемся, я покажу сборку, то есть она у меня одинаковая. Вот, ловлю со дна. Сборочка у меня вот такая вот. То есть использую Jigs приманка, использую 7 Worm, Siberia Real Worm 7002, вот, и все они одинаковые. Клюет хорошо. Вот, показываю, как, значит, ловлю. То есть делаю заброс. Заброс, значит, и жду, когда приманочки упадут на дно. Вот, после того, как они падают на дно, я начинаю дергать. Вот, иногда долетает до дна, иногда не долетает. На данной точке я нахожусь где-то около 45 минут, может быть 48, может быть 50. За это время 37 хвостов. В принципе, клюет хорошо. Вот 35-40 метров у нас обычно. Мы делаем натяг и вот так вот дергаем. До тех пор, пока у нас не клюнет рыба. Вот, после того, как у нас клюет рыба, мы поднимаем, смотрим, что у нас получилось, и, соответственно, точнее, поднимаем, вытаскиваем и смотрим, какой крокодил у нас клюнул. Значит, вытащу этого крокодильчика и перейдем к нашему садку, посмотрим, что у нас получилось. Катамаран. А получилось следующее. За 50, грубо, минут у нас клюнуло бельюги две штучки, кобылоглаз неплохо клюет. Вот, катамаран два штучки клюнуло, макрель две штучки, мерлуза одна залетная, пискля на точке есть, клюет достаточно неплохо, сайдоглаз и турбо тоже залетает. 7 ни хвоста, ни шеи, балдеж на стороне, отличного улова. Ну а точка здесь, конечно же, под высиженной. Всем пока-пока.